вопреки всему и, главное, здравому смыслу, логике и последовательности, я почему-то живой, я не знаю, каким образом, но... Но было офигенно классно, особенно круто утром разбирать и смотреть историю, думать, воу-воу-воу. А еще потом заходить в телефон, ну, слава богу, я хотя бы выложил только то, что выложил. В общем, думское зло, самое лучшее, что я прочитала сегодня в телефоне, молодость все прощает. Так что гуляйте! Есть ощущение, что крылышки надо снять. И чё? Я снова пришла, снова переоделась, снова якобы не в чёрное, хотя куртка лишняка нормально. И еду куда? Куда? See you.